Друзья, привет всем. Меня зовут Тимофей, ты на канале Соловей. А это игра House of Ashes, и мы продолжаем с тобой играть, спускаемся в логово к вампирам. Поехали. Итак, играем за Джейсона. Да, кстати, у меня к вам, для вас точнее, небольшой сюрприз будет. В следующем видео или, возможно, через видео я уже буду играть с неким таким сюрпризом. Так что, чтобы не пропустить, ты подпишись на канал. Вот, и поставь колокольчик обязательно. Чтобы это не пропустить, увидеть. Я не повидал в жизни, но с этим ничто не сравнится. Но это нас не преследуют. Пещера. Ты что, хочешь их подождать или... Захлопни варежку. Идем. Да почему бы и не подождать? Так, исследовать неизведанное. Сохраняйте бдительность, мне показалось. Так, что там у нас за журнал? Журнал находок. Ван Хёйтен. Скорее всего, он сейчас его откроет, да? И что мы нашли? Сапфир какой-то? 29 ноября. Многие находки подтверждают нашу гипотезу о том, что в храме проводились жертвоприношения. Нам известно, что столетняя засуха, мне показала старуха, поразила Аккадскую империю одновременно с древним царством Египта. Из-за нее многие города Месопотамии были заброшены, а с гор на равнины спустились варварские племена гутиев, что привело их к войне с аккадцами. В этом храме мы видим свидетельство отчаянной попытки исправить ситуацию, снискав милость богов. Сопутствующие находки. R6. Черный оникс. Месопотамия, период третьей династии Ура. Или Ура. Ониксы символизировали отрицательную энергию и бедствие. Возможно, это связано с убеждением, что землю населяют злые демоны Утуку. R19. Камень с отверстием. Месопотамия, период третьей династии Ура. На камне изображены фигуры, молящиеся во время затмения. В совокупности с R6 находка изображает затмение, предрекающее катастрофу. Но мы с тобой находили эти камни. Еще Салим сказал, что за отверстие? Что типа, что это туда надо вставлять что-то на шею, там хвостик вешать или что? Вот такие дела. Вот, и что у нас здесь? А, мы же можем фонарь включить, да? Так, тут, во, табличка, это хорошо. Смотри внимательно, не пропусти. Так, упал. В морду дал. Салиму? Нет, Салим, я не допущу, чтобы Салима убили. Как это, Салима убьют? Нет. Я, кстати, там в прошлой серии, если кто заметил, если кто такой внимательный на слух, то звук немножко не такой был, да? Это потому что я... Я не буду тебе говорить, почему. Это секрет. Пускай это останется между мной и моим микрофоном. И записывающей дорожкой. Что это такое? Кокон, это кокон, да? Что это? Кокон? Да. Похоже, они отсюда вылезают. Ну да, надо убить его. Или он уже вылез оттуда. Каких таких пор ты у нас ученый? В школах США не обучают химии? Да прогулял, наверное. Не подходи близко. В школах США, знаешь, они же там сами себе выбирают предметы. Поэтому надо учиться внимательно, а не сам выбирать. Вот что дали, то и учи. И надо учиться внимательно. Так что не пропускай уроки. Видео мои смотри. Но сначала сделай уроки. Обязательно. Так, что там? Это что-то светило здесь, да? Ага. Принадлежит Рэндольфу Ходжсону. Это дневник его. Мы знаем что-то полезное. Это дневник, наверное, да, Рэндольф? Куда ты положил его? А куда-то? Зачем ты его положил? Узнаем что-то полезное, он же сказал. Как его посмотреть-то? А что у меня мышка это делает здесь вообще? Убери ее. А, во. Это... А, черт. Что это? Так, одну секундочку. Все, я вернулся. Я здесь, я с тобой. Все нормально. Так, что там? Страниц не хватает, да? Короче, там было небольшие траблочки. Ну да ладно. Итак. А что это за цветы? Что это за мухоморы какие-то? Или что это такое? Короче, листов нету там. Листов нету, но... Возможно, вот они. Это кто? Это, наверное, этот. Это. Нет, смотри, сиськи есть. Так, кто это? Секретов вроде бы никаких нету. Ниже он не дает смотреть. Не, подожди, может быть, как-то можно все-таки приблизить? Не дает он смотреть.
Почему мышь появляется, я не могу понять. Я ее уберу. Мышь с ума сошла. Сумасшедшая мышь. Так, я не знаю, никак он не хочет смотреться. Просто посмотрели на него, типа на превьюшку там взяли. Там, че кого? Медальон, часы или что это? Как-то его раскрыть? Раскрыть? Раскроешь его, нет? Мэри Ходжсон. Жена, наверное. Мэри, это... Печальный конец. Ее уже конец там. Ей уже... А? Да, что такое? Я не могу так умереть. Да не умрешь, Салим, не переживай. Я тебе не дам умереть. Все будет нормально, все будет хорошо. Идем как по хлебным этим крошкам, знаешь? По штучке, по крошечке дойдем сейчас до завода хлебного. Когда храм будет разрушен, мы с женой неразборчиво. Это все, что я могу для нее сделать. Я запомню ту Мэри, что улыбается мне с портрета на моих часах. А не это неразборчиво. А не это чудовище, скорее всего, там было. Но Мэри не виновата. Ее убили. Ее как бы так сделали. С нее, вампира. Что она могла? Не сама же она. Так, здесь надо быть внимательным, что иначе Салим может умереть. А я не хочу, чтобы Салим умер. А чё, так быстро все? Какой-то алтарь, да? Здесь должно быть что-то такое, нечто, как знаешь, то, откуда они возрождались, там, возрождаются, или кто, куда, кто их там вообще, папа, короче. Это что, инопланетный корабль? Чё это такое? Вот это у вас... Да, согласен. Это жопа. Больше похоже на корабль. На космический корабль. Ну а что это еще может быть? Древние шумеры построили. По неизвестным нам технологиям. Соты какие-то, дома, что это вот такое вообще? Или это кто-то один большой организм? Что за ад? Салим, я не знаю. Это реально? Да реально, конечно. Мы перед судом. Да каким судом? Аллах наказывает нас всех за совершенные ошибки. Да нет. У меня никого нет, кроме Зейна. Да, Салим, все нормально будет. Все хорошо будет. Жена ушла. Хотел дать все, чего не было у меня. Ну, все будет нормально. Отец-одиночка. Это непросто. Да. Но надо выбираться, Салим. Я горжусь своим мальчиком. Он едет в Лондон. В университет. Здорово. Только б не воровал. Да все нормально будет, Салим, но надо возвращаться уже. Не вешай нос. А то по нему получишь. Твоя совесть чиста, Джейсон? Контрольный пункт? Да что ты спрашиваешь? Ты нашел, что спрашивать сейчас. Это место. Они сюда вернутся. Конечно, надо возвращаться. Ой, надо уходить отсюда. Только куда? Они спустились вниз, а надо-то наверх. На чем они уйдут? Я слышу твои мысли. И что я говорю? Что что-то произойдет. Может, надо не ждать и самим что-то сделать? Ну, конечно, логично. Мы пойдем внутрь и найдем способ, как убить их. Ну, хорошо, я тебя прикрою. Эй. Что бы там ни было, мы вместе. Мы бьемся вместе. Выбора нет. Выбора нет. А выбора уже и нет. Вы уже куда? Все, ниже уже некуда. Наверх вы не хотели идти. Они бы все равно наверх бы, ну только если ночью. Вампиры, имею в виду, выбраться наверх-то не могут. Ну, ночью смогли бы, да. Три утра. Так скоро уже рассвет. Глубина уже сколько там? 3,5 тысячи.
Вот это они спустились. Я тебе говорю, это инопланетная херня. Да ну а что это еще может быть? Какие-то грибы какие-то. Ой-ой-ой, пизда, салют пошел. Салим, ты че? Это что? Новый год. Да споры. Сейчас надышишься и все. И будешь грибочком, как в The Last of Us. Смотрит. Ты че, ты посмотрел на него? Это Бэтмен, короче. Перерождение. А че он, каменный, что ли, закаменел? Почему? Спит, наверное. Короче, пока можно расслабиться, откинуться, пропершить горло и смотреть с уверенностью вперед. Что же нас ждет впереди? Никто не знает. Будь рядом. А куда он еще денется, Салим? Конечно, он рядом будет. Нет, сейчас пойдет. Исследуйте неизведанное. Найдите способ нанести ответный удар. Обыщите территорию. Наверное, оттуда они и вылезают. Похоже. Ну, явно что-то. Где они все? Да пошли, наверное, отдыхать куда-то. Чипсы пошли. Похавать. Пиво. Пиво не пей. Ни в коем случае. Вредно. Вообще, короче, пей лучше сок натуральный. Сачок. Так, это кто вообще? Это они сидят? А, так смотри, они... Это, сидит, короче, прилетели на гидроциклах. 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 Их тут много. Так, тут что-то где-то свистело. Ой, свистело. Здесь кругом этот мох. Так, вот она. Подожди, но... Может быть... Кто? Да они живые, конечно, они живые. Они сейчас будут живыми, пока вы их не убьете. Так, это что? Табличка? Что это? Бляха, я что, туда пошел, куда надо? Херово. Ну ладно. Главное не дать Салиму умереть. Салим, сюда. А там что было? Куда, а куда сюда-то? Там пустота. Не создавал этих тварей. Я тебе говорю. Возможно, все с самого начала наоборот. Они нас создали. Что это значит? Может, мы в них вторглись? Ну тогда скажите, мы уходим, да и все. Как думаешь, глубоко мы? Так, там еще что-то. Ну, я думаю, сюда мы не пойдем. Осмотреть. А, вот, да, смотреть. Что это за раковина? Салим, посмотри. Что это за ракушка? Найден секрет. Это как музыка. В наших краях я такой музыки не слышал. Знаешь, бывают такие, как барабаны, такие у них колбочки такие, и на них играют, так слегка касаясь. И звук такой идет красивый. Сложно начать беседу. А может быть, с ними можно поговорить. Но... Вокруг. А как они? Разумны, конечно, но а как они будут разговаривать, если мы их пища? Питаемся. Они питаются с помощью нас. Тут не без вариантов. Так, что тут? Бля, они так смешно сидят здесь. Этого убили, наверное. Но это похоже, как, знаешь, на мотоцикл какой-то. Или он просто прилег отдохнуть, или его мочканули. Или он просто спит, отдыхает. Это одно из существ, но старше, древнее. Ты же не думаешь, что оно живое? Сериал есть, был такой, Штамм называлось. Тоже про вампиров. Потрогай. Если не видел, посмотри. Сам трогай. Бля, там тоже древние были. Цикло. Да что его трогать-то? Вы что, не натрогались тех? Нахера? Бля, что-то... Зачем его трогать? Я не хочу его трогать. Не надо его трогать.
Че ты усыкаешь? Ся. Я тоже не хочу его трогать. Нахер оно надо? Разбужу его еще. Лучше вот это... Пойдем. Потихоньку дойдем до главного. Зачем вот это... Вот, трогать? Вот надо обязательно что-то потрогать. Сразу. Вот. Я не знаю. Не, ну желание было, конечно, потрогать, но... Опа. Дошел кто-то сюда, смотри. О, это же этот. Это же вот этот вот. Да, вот он. А как это ты так? А что это ты? Не доели тебя? Твою ж мать. Посмотри. Да, как это он так? Зацени броню. Этот парень прямо из Библии. Смотри. Живой еще, да, наверное? Реагирует, смотри. Ты это видел? Сейчас расскажет что-нибудь. Лучше его потрогай. Вроде бы живой. Ну, одна часть да, а другая нет. В этом месте все возможно. Охуеть. Я бы тоже. Все это время был живой, без половины башки. Жидкость. Она сохранила его плоть и мозг. А говорить он может? Что делать? Спросить у него, что делать-то? Вот так бросать. Блядь, ну давай вытащим его. У него было время привыкнуть. Я серьезно. Нельзя его, говорит, бросать. А как его? Что ты? Шум привлечет вампиров. Я сам. Бля, Салим, не надо. Ну зачем? А может он сейчас расскажет что-нибудь? Пришло время отдохнуть, воин. Сказал Салим и убил. Пиздец. А может быть он что-нибудь бы нам донес бы, какую-нибудь информацию. Может быть он что-то бы спросил бы. Нихера себе он пролежал, сколько лет-то? 2000 лет тогда? 4500 лет он пролежал. Практически. Вот так вот сидяешь, да, ждя пока, блять, Салим придет ему вот и воткнет железный кол в глаз. Охереть. Вот это ему участь выдалась. 4000 лет. Я не... А мы идем дальше. Я вообще не... Ну, космический корабль какой-то. А что-то внизу вообще. У меня даже слов нет, если честно. Я в шоке. Не... Тихо. Кто там? Что там? Или это роботы какие-то? Ноги или что это вон там? Вон там. Вон там. Я не могу. Вот над его головой. Или нет? Короче, я вообще не... без понятия даже, что это такое. Залезай. Так, надо держать в голове, что Салима могут убить. Я не хочу этого допустить. Просто хочется завершить хорошую концовку, где все живы. Ну, кроме... Ну, хотя... Лариса... Вряд ли она выживет. А, подожди, хотя она... Она же, это... Разбилась. Может быть, она все-таки и разбилась. Не знаю я, не знаю. А мы там все? Там не вариант идти было? А ну, Салим, пробеги, посмотри. Вот там. Можно было идти туда, нет? Да-да, я пройду, Салим. Да... Ну, широкая же дверь, можно же пройти, Салим. Салим не хочет, чтобы я туда шел. Короче, ладно. Ну, вариант тогда сюда идти. Пошли. Так, я очень напряжен, потому как сейчас может произойти нечто херовое. Главное, пацаны... Потихонечку. Помаленечку. А я напоминаю, что в следующей или через серию, или в следующей серии, или через следующую серию, будет приятные новости для вас. Так что подпишись, не забудь. И поставь колокольчик. И еще читай иногда мои комментарии к видео. Может быть, они полезны будут тебе. Так, там кто-то за нами идет. Я надеюсь, я правильно пошел. Может быть, сейчас какую-нибудь мне дадут информацию. Табличку там. Еще одну. Вроде пока ничего нету вообще. Блядь, что-то нехорошее. Что-то очень нехорошее происходит. Хотя, наверное, все равно было, по какой стороне идти. По той или по правой, по левой, неважно. Ничего бы все равно не было. Птицы летают там. Птицы! Как они сюда? Или это летучие мыши? Мини-вампирчики. Салим. Чё там? Что такое?
А чё там за молнии такие? Там чё, Зевс? Нихуя себе! Что же, что и я? И что мы их будем сейчас делать? Да. Тогда я думаю, что и ты. Динамит только один у нас. Старый. Так, я готов. Тихо. Сейчас надо будет кнопки нажимать, наверное, возможно. Так, смотри под ноги, Салим. Не дай бог, сейчас наступим куда-то не туда, и все. Наша песня. Хана. А мы даже сделать ничего не сможем. Так, тихо, смотри под ноги, Джейсон, тоже. Не хотелось бы наступить. Так, Салим, ты там идешь нормально? Тебе видно? Все. Включи фонарь, если что, у тебя зажигалка есть. И если там заметишь что-нибудь, так, тихо. Я, честно говоря, даже вот иду поаккуратненько, чтобы никуда не наступить. А вдруг я увижу... Тихо. Ой-ой-ой, а все, а дальше уже зеленые, все. Да куда ты уперся? Бля, управление, конечно, здесь то еще. Так, ну идем, я надеюсь, правильно. Я аккуратно обхожу все, чтобы, не дай бог, тут никуда ничего. Вот здесь можно пройти, Салим. Так. Идем. Я не знаю, если пойти, ну... Но я надеюсь, правильно прошел. Я просто думал, что если пройти прям напрямик и задевать все корни, то можно нарваться на неприятности. А мы как хотим? Что мы хотим? Чтобы все были живы. Правильно? Правильно. Все. Ох. Че тут? Подожди. Может, давай сходим сначала туда? Салим, так же аккуратно идем. Здесь что-то... Ну да, тут кости лежат. Бля, кто-то еще сюда дошел. Это кто? Не скажешь? Опа. Гляди, поубивали друг друга. А. Псы из-за еды. Это они такие, да? Понимаю. Ты что-то еще хотел сказать? Нет? Ну, я не знаю. Из-за еды прям убивать себя. Я думал, они все дружные. Типа братское вампирское братство и все дела. Как это? А чё это ты вылез-то? Я тихо шел. Не надо мне тут истории рассказывать. Куда ты пошел? Так, главное... Да я хуй его знаю. Вот он. Салим, повернись, ты чё? Бля, успел. Стреляй. Салим, коготь этот, вонзай ему. Так, что делаем? Опа, здорово, бро! Бля, ну это ты зря сделал. Сейчас. Ребята, это вы зря сделали. Сейчас тут будет много их. Пролезешь. Давай, ползи. Я прикрою, бегом! Джейсон, давай этот. Ник, ты красавчик. Так, Салим пополз первый. Нихуя не видно, но Салим ползет. Долго еще там ползти? Это кто? Это кто? Это королева? Бля, нихуя, смотри какие. Они уже и здесь даже есть. А я думал, это вампиры пишут записки там. Написали, то есть. Так, последний заполз, отлично. Черт, Ники! Ты прям сраная кавалерия. А че он ранен? Да я тоже думал. Так, а где я? Вот. Ага, мистер Твистер. Полковник, вы живы? Да я сам в ахуе просто. Джейсон. Было крайне неприятно. Так, ладно тебе, девочка. Помогите вон лучше женщине. Она как будто в натуре из ада пришла. Держись.
бро, кого смог, того привел. Честно вот тебе скажу. Всех остальных, ну, не успел. Рад не смог. Видеть. Это место. Че? А что с местом-то? Зал звезд, Рэйчел. Так, ну я не знаю, что мы там. За сегодня пройдем, не пройдем эту игру. Узнаем, чем все закончилось или нет. Так вон тоже демоны сидят. Вон он слева сидит. Наверху. Документы какие-то. Почитаем, сейчас узнаем, что вообще там. К чему пришли-то эти ученые-то. А где-то, наверное, царь, бог. Я не знаю, кто это. Нам нужен план. Какой план тебе еще? Твари, и свалим нахер. Прекрасно. А, я думал. Сержант Кей, что у нас есть? Так, сейчас я посмотрю. 8 обоим 5.56, 3 разрывных 40 мм, пара пушек 9 мм с 4 обоймами, уже кое-что. Да, это все это до одного места. Плюс 2 фосфорных. И один блок взрывчатки С4. И еще мы взяли взрывчатку. Покажи ему, Джейсон. Что насчет ультрафиолета? Так какой ультрафиолет? Сломан, но я починю. Одну минуту. Чем ты будешь чинить? Этого явно мало. И еще у нас есть... Еще есть вот это. О-о-о. Он старый. Это опасно. А у нас есть выбор? Да тут место само опасное, бро. Запалом пизда. Но можно его сдетонировать С4. Надеюсь, бахнуть он еще может. Вампиры лезут из этих коконов. Вы видели, сколько их там было? Возможно, тысячи. Подорвем их. Сожжем. Там не тысячи, там я... миллион. Наверх. Что скажешь, Ник? Там просто до хрена. Я не позволю дать ему пушку. Да иди ты нахуй. Слишком поздно для этого, мэм. Мы сражаемся вместе. Ага, ага. Раны. Если аптечка при тебе, самое время подлечиться. Может быть заражение. Они могут стать вампирами. Там почти пусто. Хватит только на одного. На кого? Наши СМИ многое бы дали за такой кадр. Ну. Похоже, наши археологи здесь. Так, вороны полетели, что-то было, произошло. Надо обыскать это место перед уходом. Что-то случилось. Ты починил? Красавчик, молодец. Ага. А как ты починил? Есть. Ну ты вообще ремонтник от бога просто. Вся техника пойдет к тебе на ремонт. Можешь в Алиэкспресс работать. Так, все, обыщите зал. Давай бы... Это кто такой? А что он тут сидит? А кто это? Ты кто? Давай помогу. Да не надо ему помогать. Сам. Че он там, шнурки завязать не может? Я давно справляюсь сам. Извини. Рэйчел, стой. А что там? Шнурки не мог развязать. Ты всегда делала это лучше меня. Да ладно, иди, сам занимайся. Я мне надо еще помочь. Посмотреть пещеру. Я уже зря, я уже передумал. Все, все, не хочет, не надо. Еще вот этот будем здесь. Пойдем, нам надо исследовать все. Таблички там, бумаги. Блять, столько лет пролежали, и бумаги, смотри, нормальные. Адресат. Пульман. Запрос нового снаряжения. Кирки 12 штук, веревка минимум 300 метров, фанерный ящик 29 штук, габариты. Такие-то, другой, дуговые фонари 20 штук плюс генератор. Ломы 4 штуки, респираторы 6 штук, ЭВХ. О, подожди, я еще не... Куда? Осмотри. Поверни его. Да куда? В смысле? Ты что, дурочка, что ли? Посмотри. Вот. Тому, кто это найдет. Зачем? Простите меня. Неужели все дело в табличках? Тому, кто это найдет. Простите меня, я вывел из строя взрывчатку, чтобы не позволить коллегам запечатать этот храм. Леди Брэдшоу, не зря меня сюда привела. Эти существа – ключ к неограниченному могуществу. Здесь хранятся секреты, которые могут позволить человечеству достичь звезд. Возможно, даже обрести бессмертие. Защитите эти руины и не поминайте меня недобрым словом. Я сделал это ради будущего. Элис Ван Хёйден. Дурак ты, Элис! Элис! Сюда! Я что-то нашел. Кто сказал? Салим, это ты там? Подожди.
Я рад, что ты что-то нашел, но тут я тоже кое-что нахожу-то. Тут вон всякие таблички есть. Так, осмотрим, что это такое тут. Вот это похож на 40-летний, на 80-летний пергамент. Они идут. Мы должны встретить их здесь, неразборчиво. Если успею напоследок, надиктую этот дневник на неразборчиво, отыщут в развалинах. Он послужит предостережением всем, кто неразборчиво. Блять! Подожди! Я все время забываю поворачивать рисунки. Вот. Камни этого храма пропитаны кровью. Конечно. Мы ступили на неизведанные земли и пробудили нечто древнее и злое. Скверну, что принимает неописуемые очертания и формы. Веками мы жили в этом мире как дети, не зная об ужасах, дремлющих у нас под ногами. И теперь слепо распахнули врата, ведущие к безумию. Я страшусь угодить к ним в лапы, но мною движет долг. Это место должно быть запечатано ради всего человечества. Мэри, прости меня. За что ты извиняешься? Конечно, надо его вообще было не вскрывать там. Зачем вообще вас сюда черти понесли? Так, а что у меня черный экран? Что было-то? Ну, в общем-то, ясно, что было. Просто повзрывали их, да и все. Так, здесь что? Что это? Выслеживает жертву, вживляет паразита. Паразит растет, смерть носителя. Паразит получает контроль над телом. Это ж как надо там, чтобы все кости, вот это вот, все вот это видоизменилось и... Это больно. Капец, как больно. Так, тут еще надо поговорить с этим. Ты уверен, что она сработает? Сработает. Да сработает, конечно. Все это между нами и... Забудь, Ник. Да я просто... Нет. Думай не о херне, а о поставленной задаче. Правильно. По-другому не выжить. Конечно, потом разберемся уже, что с чем там. Кто с кем спит, кто с кем гуляет, кто с кем вообще. Ебать, музыкальные ноты. Вот это да. Кто играет? Чем больше я узнаю о музыкальном языке этих созданий, тем крепче задумываюсь о том, как они здесь очутились. Может, прибыли с небес во время динозавров? Или их империя охватывала весь земной шар, когда наши предки жили еще на деревьях? Теперь они мертвы. Очертаниями они немного схожи с нами, но во всем остальном необычайно нам чужды. На консоли изображено скопление звезд в созвездии Кита, каким мы его видим с Земли. Неужто они прибыли из неизведанных далей? Пересекли безграничную бездну космоса, чтобы оказаться здесь? Возможно, они надеялись вернуться домой. Ну а тут мы. Они вернулись, они хотели вернуться домой, а мы им помешали, да? Так, табличка. Табличка, хорошо. Что нас ждет? Зажигалка. Подожгли, взорвали. А что за очкастик там был? Ты! Это же Лариса. Лариса тут живая, я же, блядь, я говорю, она живая. Так, что там, кто там хотел с нами поговорить? А, ну мы еще хотели вроде бы с этим, да, поговорить. Надо с ним тоже побазарить. Как же не хватает дневного света. Согласен с тобой. Света и холодного пива. Так, пива нельзя. Ваша с Ником интрижка. Все же знают, да? Ну, уже все. Так лучше. Несмотря ни на что. Тут секреты вредят. Это да. Так, ну чё, в принципе, все, можем идти к Салиму, спрашивать, что он там увидел такого. Так, Салим, что там у тебя? Это какая-то древняя... А, это древняя консоль какая-то. Музыку, я надеюсь, угадывать не надо? А, ты уже все сам изучил. О, оно поет. Ну, это хорошо. Ой-ой-ой. Ну ты как? Ты в туалет захотела? А, у нее вампиры. Да все, там все сейчас восстанут. Этого заразили. Рэйчел заразили. Это что-то значит? Этого заразили. Ника. Это не узоры, музыкальная шкала. Салим тоже. Язык аккордов. Звуки. Мэри пианистка. Расшифровала его.
Она думала, это обозначает звезды. Видишь? А на самом деле... Это кит. Кит. Звезды. Мы далеко от ночного неба. Блин, такой взгляд придурочный. Загадка. Если верить дневнику, в устройстве была только одна шкала звука. Ага. Но Мэри изучала его одна. Может, есть и другая? Мне нужна помощь. Салим, какая? Я... Консоль слишком большая, в одиночку мне с ней не справиться. Ну давай помогу, если ты знаешь, какую ноту, я подберу, без проблем. Так, что там? Я так делаю, правильно все делаю? Я даже, честно говоря, не знаю даже. Она сама что-то там вводит. Все? И, блядь, как куда-то понатыкал. Что-то там покрутил. Все. Сделал, справился. Нормально. Главное, что цель достигнута. Сейчас придут демоны все. Типа это ихняя... Может, это ихняя вообще клуб? Ничего себе. Тут диджей. Местный. Вон он висит там, и он второй. Эти существа раньше были мирными. И их языком была музыка. Мирные? То есть у них были эмоции. Как? Затем произошла трагедия. Вся их империя рухнула. Их музыка затихла, и они стали враждовать. Сейчас вот там это... Эй! Что могло превратить зодчих в убийц? Там это. Что могло так изменить их? Теперь ими движет ненависть. Они животные, они мертвецы. Ребят. Они перебили всех. Ребят. И заснули. В ожидании. Пацаны. В ожидании нас. Здравствуйте. Сейчас он скажет, не подходите ко мне. Рэйчел? Это уже не Рэйчел. Рэйчел! Он же ее укусил. Боже, там. Рэйчел! Что она сделает? Съест ее, что ли? Рэйчел! Рэйчел, посмотри сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Это оно. Внутри нее. Сейчас буквально минута и все. Все уже? Она убила его? А, это в голове в ее сейчас будет. Это кто? А, это история их. Короче, на куске говна... В смысле, на... космическом корабле, похоже на то, что я хотел сказать, они прилетели, наверное, терпели крушение, да? И так уж сложилось, что они стали плохими. Простите. Так, ну я не знаю, что тут делать, если честно. Блять, я боюсь. Не, давайте не будем делать. Зачем? Она, ну она-то все равно умрет, конечно, но... Ее застрелим лучше. Иначе она убьет всех сейчас. Просто она иначе убьет всех тогда. Они из космоса. Это не дом. Конечно, из космоса. Что делать, Рэйчел? Скажи, что делать. Она станет одной из них. Но убить ее только можно. Стреляй в нее. Прошу тебя, Рэйчел, держись. Пацаны, ну тут без вариантов, я честно говорю. Надо... Да-да-да-да-да. Надо убить ее, иначе... Сейчас я ей помогу. Держите ее. Ее можно спасти. Да нельзя. Должен быть выход, нельзя ее терять. Иначе никак. Держи ее. Конечно, ты убей меня. Я превращаюсь. Бля, Рэйчел. Да стреляй!
Я должен убить тебя. Да. Чё, ёб твою мать? Что она станет доброй, что ли? И то не факт, что поможет, если честно. А чё по-другому-то как, пацаны? Ну чё вы вот это сопли жуёте? Отношения обновлены. Хуёво, конечно, теперь у них у всех с отношениями будет. А чё сделать-то? Чтобы она всех поперебила? Выбора не было. Ну, подъём, сержант. Да, конечно, не было. Иначе либо она всех нахрен бы убила бы, и все, игра закончилась бы, наверное. Наверное, я так думаю, я не знаю. Эти твари умные. Услышали выстрел. Нам надо съебывать. Ну, это сейчас самое главное будет. Зачем ты так сделал? Ее можно было отвезти к доктору. Прощай, Рэйч. Но нет, смотри. Я люблю тебя. А тогда почему ухудшены отношения? Да вы зря прощаетесь еще. Ну а что было делать-то? Салим согласен со мной. Он сейчас еще сердцем в сердце воткнет. Ну, по-другому никак нельзя было это все сделать. Не знаю я, мы как, Салим, зал с коконами. Я не знаю, сколько еще просто до конца. Я не смотрел. Я не специально не смотрел прохождение других, чтобы хотел получить эмоции самому. Да это Эти холмы состоят из коконов. Их там тысячи. Огромные. Если просто. Если поставим заряд там, все сгорит. Вот там? Если бы уже выстрел был, они уже, наверное, живы. Ой, в этом смысле, встали. Чёрт, улыбаются. Надо двигать. Живо. Так, короче. Нам сегодня досталось. Мы потеряли братьев. Потеряли Рэйчел. Да. Но сейчас пробил час расплаты. Я согласен с тобой. Разместим заряды на кучах как можно больше и взорвем их на расстоянии. Не вариант. Как только рванет, сразу валим к выходу. А где выход-то? Если повезет, мы не только поджарим пару вампиров, но и отвлечем их. Салим, готов? Готов. Ладно, погнали, ребята. Так, кто пойдет и заложит динамит? Бля, что было у Салима со взглядом? Да хуй с ним, я пойду. Да правильно. Ёбнулся? Вместе пойдем. Не, чем больше народу, тем выше риск облажаться. Вот, возьми детонатор. Если я не вернусь... Ник! Да слушай. Так. Если что, ты должен взорвать заряды. Только сильно с этим не торопись. Все время. Будь на связи, понял? А если сигнала не будет? Запущу ракету. Как увидишь, нажимай на кнопку. Быстро. То есть нам еще потом дадут... Давай, друг. Нам еще дадут вариант. Видел, он хотел дать ему ультрафиолет. А были бы отношения нормальные, он бы ему дал. Стопудово. Сука. Гандон. Мог бы и дать. И я имел в виду, что... Я знаешь, что хотел сказать? Что, возможно, они именно специально женщин кусают. Я имею в виду именно так, чтобы потом получить... Что это? Не могу разобрать. А что разбирать? Ну демон же там. Так, где? Где ты там? А повернись. Вон он там. Алло, я не понял. Ну, я двигаю джойстик, а оно не двигается. Главное, сюда двигается, в эту сторону, а в ту нет. Так. Не понял я. Там был
Слева нет, а вот справа наверху. Отлично. Так, Ник, вот этот живой вроде бы как. Или там, там наверху был кто-то живой. Отсюда все чисто, брат. Да, блядь, нет. Куда? Вправо, влево? Мы не видим движения. Решай сам. Налево. Налево лучше идти. Бля, а я не знаю. А я не знаю, там демон, там... Давай похуй сюда. Влево пойдем, хуй с ним. О, здравствуйте. Как это ты не видишь движения? Ник, тебя, по-моему, обманули. Ну, я уже не знаю. Блять, а зачем ты... Слушай, а вы будете драться между вдвоем вот с этим вот Тутанхамоном? Ага, 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 понял. Надо было идти в другую сторону. Будешь играть, иди в другую сторону, понял? Направо иди. За мной не повторяй. Все четко. Иди, там Тутанхамон пришел. Опять что ли? А, я забыл, тут же по два раза все. Один, два, три, четыре. Нормально. Все, уходи. Брысь. А было бы неплохо вообще одного поймать, нацеплять на него С4 и отправить его как самолетик туда прям. В коконы во все эти. Короче, слушай, бро, ты, наверное, уже не выберешься. Там и фараон, и вот это там бегает, летает. А раз они за еду убивали друг друга, то тебя они вообще там... Конечно, ты не выберешься. Нам уже сразу стоит попрощаться. Так, сколько было? 3-4, да? Все? Готово? Ну все. Ты только глянь. Вот эта куча. Она далеко. Нет, надо до конца уже идти. Че, ну уж все уже. Хочу рискнуть. Ну-ка, это, конечно, затея так себе. Мне кажется, что он не выберется. Это слишком просто. О, там уже побежали он. О, нет. О, все там уже. Что там? Не смотри это лучше. Слишком много. Ему конец. Господи Иисусе. Да, по-моему... Стой! Как это ему поможет? Выхода уже нет. Выход есть всегда, Салим. Ну что ты, что ты... Что видно сверху? Что такое? Ты знаешь, его не спасти. Пусть закончит дело. Обманывать его? Они же друзья. Он ничего не почувствует. Да нет, надо сказать ему. Я скажу ему. Чисто, Ник. Ах ты, пидорас. Все чисто. Ты почему не дал мне выбрать? Это твой. Слышу, что врешь. Они рядом, да? А, ну все, тогда ладно. Прости, Ник. Я говорил, вечно все сил сказать, как есть. А с ним что-то тоже? Детонатор. С ним что-то тоже не так, да, наверное? Опа, сейчас Тутанхамон придет. Должен прийти. А че они не атакуют? А, типа они играют жертву. Ага, я понял, ясно. Держать ровно через кнопку. Все нормально. Я не понял, Тутанхамон вообще где? Шел за нами и так просто отпустил.
Бля, вот этот отчаянный тип вообще смелый. Ник красавчик. Я, правда, не совсем знаю, как они выберутся вообще отсюда все. Полковник вообще лошара чистая. Но... Опять? Игру заглючило, что ли? Сколько у тебя там зарядов? Я... Где Тутанхамон? Заряды на месте. Где этот? Мумия. Так, и что ты? Дай хотя бы в морду одному дадим, давай. О, папаша пришел. И что ты хочешь тут, сражаться? Давай сейчас. Ага, все ссутся. Ну все, пизда. Взрывай. Че сидишь-то? Ник такую работу сделал. Давай. Пизда. А нет. А этот Салим говорит, ничего не почувствуешь. А откуда ты знаешь, что взрывался хоть раз? Ну и что, помогло? Вон мышки полетели. Полковник, хоть увидел тебя. Так, ну это получается все, финал. Я-то думал, Лариса появится там. Она же была там. На этой. На иконке. Что-то я не понял. Может, нужно было Рэйчел? Да нет. Это кто? Ты живой? Ихера себе. Как ты живой? Кто-нибудь слышит? Йо-о-о. Шки-матрешки. Это Ник? Да. Он жив. Ник, подтверди позицию. Там же, где и... Я в 200 метрах от двери. Курс 3.20. Ну и... Но я ранен, не дойду. От Салим наебал. Оп, нашло, на, привет. Слушай, помоги доехать. А, вот тебе, пожалуйста, вот то, что... Сейчас он сломает шею. Да нет, 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 уже не вариант. Не надо идти, не надо идти. Не надо идти. Жму на кнопку. У меня аж судорога схватила ногу. Да, я даже не знаю, что сказать. Воспоминания какие-то у него. Отлично, Салим. Красавчик, вообще молодец. И еще один надо ему, еще один. Да ё-моё. Я держу. Все-таки, значит, не сломали шею. Скорей! Салим вообще здесь, я не знаю, кто это. Я тебе говорю, тут это просто ему надо президент страны давать звание. Да все, хана вам. Так, главное кнопки нажать, все нормально. Если они будут нажиматься, конечно. Иди отсюда. Ага, все. Лампу, блядь, починил, придурок. От дурака. Починил он лампу. Так, Салим. Куда ты побежал, Салим? Салим, ты... А куда ты побежал? Блядь, игра никак не закончится. Так, я думаю, на этом уже пора, наверное, заканчивать. Этот Салим? Салим побежал в другую сторону вообще. Это Салим. Он жив. Надо идти за ним. Салим, прием. Ты там? Я окружен. Дела хуже некуда. Вампиры. Столько вампиров. И что делать?
тут думать? Если вернемся... Да мы за тобой вернулись. Ему конец. Надо идти. Ну что? Выбирать будем? Салим не один из нас. Да и чё, он помог? Он, блядь. Мы своих не бросаем. Я иду. Салим один из нас. Морпехи своих не бросают. Слышишь, Салим? Если я не выберусь, скажи Зейну, папа сделал все, что... Нет, нет, нет. Сам скажешь. Я иду за тобой. Конечно, он спас нас всех здесь. Ну чё? Походу я сдохну, наверное. Я не знаю, просто попал хоть куда? В Салима попал, что ли? На! Столько вампиров, говорит, тут один всего лишь был. Прямо сиську, прям конкретно в сердце, прям. Хорош трындеть. Салим, беги давай быстрее, время идет. Так, что там такое? Джейсон, давай. Я готов стрелять. Куда надо стрелять? Что такое? Нихуя какой ты. Бля, успел. Джейсон! Так, давай, что надо нажимать там? ВВ. На! Вот это да! Четкий кадр вообще. Нихуй, блядь, какой Салим. Как этот, Дункан Маклауд, горец, короче. Я не знаю, Вальдемар, только как ведьмак. В меня этой штукой бросил. Да не он, не я, не в ну тебя. Да. А ну а что ты такого? Ну попал же. Бля, Салим. Пойдем. Красавчик. Semper Fi. Ну вот, мы пришли все. Побежали в эту... коморку в эту поднимающуюся. Все, жми на кнопку, поехали. Вахтер вызывай, лифтер, поехали. Наверх как бодрее идет. Так, хорошо, ну а там мы как выберемся оттуда. Короче, я сейчас дойду до конца. Если серия будет долгая, то разобью ее на две части. Бля, это было просто охуительно. Эти твари нас облепили. Но мы с Салимом их раскидали, как перед финальным свистком Супербоула. Чё не весело-то? Слушайте, мы еще не выбрались, но я вижу перед собой лучших. К черту. Лучших из лучших. Так что мы победим. После такого, конечно. Ура! Ура! А Semper Fi забыли сказать. Салим, ура! Так, подождите. Ура! Мне кажется, сейчас его в лифте там кто-нибудь заберет. Нет? У нас еще впереди пещеры. Давай. Я за тобой. Ребят, ну это мы будем долго ползти так. Чё там ты увидел? Чё там увидел? Видишь что-нибудь? Ничего я не вижу там. Это у него уже галюны. А-а-а. Лариса. Здрасте. Клариса? Да. Блять, не на ту кнопку нажал. Че, все, пизда? Так, так, ну давай. А, надо в сердце, надо в сердце. Так нельзя. Ник, давай, что там? Что-то ты темный такой.
Четко. Ну все, это ее задержит ненадолго, пока крылья не отросли. Давай, поднимайтесь быстрее, пацаны. Ребята. Она погибла, когда попала к ним в лапы. Это да. Зря я ее сюда привез. Да хорош. Пойдемте наверх уже, поползли. Некогда вот это вот разглагольство. Блин, это, конечно, на руках подниматься, это жестко по такой маленькой веревочке. А прикинь, у тебя руки вспотели. И все. Так, ну все, вроде бы там никого. Территория зачищена. Остался храм. И потом еще один подъем. И, в принципе, все на этом. Охереть, конечно. Но кто-то же построил космическом корабле храм. Так, вот она. Выберемся. Нужно только лезть. Гля, ты с этой херни до сих пор бегаешь? Это, походу, будет твоя счастливая палка-кочерга. Так, ну вроде мы всех убили. Эту мы убили, Рэйчел. Тутанхамона мы убили. Вот и выживший тебе. Все? Я так думаю, все? Зона посадки. Будет, конечно, смешно, если их убьют сейчас иракцы. Да. Good финал. Более-менее. А интересно, есть концовка прям, где все вообще все выжили? Я так думаю, вряд ли, наверное. Ты со мной, друг. Пиздец, вот этот, конечно, ник вообще, он какой-то прям супермен. Я охуенно готов их вернуться домой, морпеха. Рэгбист Койоту 2. Проверка. Прием. Но еще не факт, что ник не заражен. Это Койот 2. Слышу хорошо. Транспорт выдвигается. В 5 часах лету от вас. Прием. Это... А сейчас же может все рухнуть. Кажется, мы выбрались. Мы победили. Поразительно. Салим вообще здесь четкий самый. Красавчик, молодец. Но и ник тоже не подкачал. Я считаю, это вот эти двое. Самое бесполезное, вот этот... пастухи еще здесь? Этот. Сейчас бы пивка. Полковник. Вообще без чего, без... Никчемный просто. Охренеть, блин. Все разнесли. Главное, что с нами Салим. Опа. Затмение. О. Да вы издеваетесь. Это сейчас значит, эти повылазят. Привет. Блять, ну только все же хорошо начиналось. Я-то думал, что на этом все. Пиздец их тут. А, ну сейчас они повылетают все. И солнце выйдет, и все, и они все умрут. Погреб, погреб. Там есть погреб. Этот самый. Порошок выкидывайте стиральный и залетаем. Я такого, честно говоря, не ожидал. 6 минут. Надо держаться. Это слишком долго. Я не могу ускорить луну. Да, полковник, ты вообще ничего не можешь. Ну, будем стараться убивать их. Жму. Ага, отбили, молодец. Тут же подвал есть, ну помните же, пацаны, ну чё вы... Блядь. Загоним этих тварей в ад.
Да мы только оттуда вышли. Солнце выйдет и все. Ну, прям такого затмения-то нету. Так, Сарим, ты тут их тоже. Слишком много. Черт, нужны патроны. Ну и что нам делать? В подвал. В подвал. Что это? Так, полковник, что у вас там? Что это, фальшвейеры? Патроны, это, блядь, ракеты. Огонь, мы их задержим. Да-да-да, кстати, как вариант. Света-то они боятся. Нихуя ты с ножом. Ребята, вы, конечно, не красавцы, но... Рад был знакомству. Да, Салим, ну чё ты, в конце концов? Так, Эрик, давай. Блять, не тот. Эрик, извини. Ну, 1-0. Жму, 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 жму. Успел, успел отжать. Бля, как красава. Так. Давай, что там? Нажал. Бля, да что за крестик? Я все путаю с PlayStation. Жму, 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 жму. Все нормально, не ссы. Сейчас победим, выиграем, ничего страшного. Надо же для раззадорки и врага тоже поощрить чем-то. Так, Салим, давай. С тобой что у нас там связывает? Какие кнопки? Давай, не тяни, что сделать? Отлично, крестик нажал. Бэя, нормально. Салима не трогает, ты чё? Слушай, это боевые искусства знает. Так, Джейсон. Давай, что там? Отлично, да, сейчас я вам тут покажу всем. Что делаем? Нажал. Да все нормально, сейчас не без несы. Ребят, ну там подвал вообще был. То есть 4 всего залезли, что ли, в дом? Опять за Эрика. Бля, тут в натуре держаться надо. Это на целую серию тянет. Да ладно, я нажал на А, что ты? На А нажал, не надо мне здесь сказки рассказывать. Взял, 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 взял. Фонарь. Давай, Эрик. Да ты в смысле? Отлично. Давай, что там? Глянь. Нихуя себе. А что это ты такой крутой? Помогите Эрику, пацаны. А вот и свет. Все. Ага. Все. Мудак. И куда вы попрятались-то? Обратно в свою пещеру. А там все. Там тоже не сладко вам. Ну, один упал торпедой. Пацаны, нормально, мы с вами выжили. Мы с вами победили. Четко вообще. Ох. Да, ну с этими, конечно, кнопками. Косяк, косяк, я согласен, косяк. Больше-то, надеюсь, не будет затмений. Оно вообще должно было быть затмение. Предсказывал кто-нибудь его? Мне нужно к сыну. Да иди, все. Спасибо за службу. Увидимся. Дай мне там ссылку на ВКонтакте свою. Сувенир. Я не сомневался. Там, блядь, в раму его повесишь. В рамку. Салим, стой. Конечно. Номерами телефонов обменяться. Удачи, брат. Давай, поздравь от меня Зейна.
Спасибо, Джейсон. Прощай, друг. Да на связи остаетесь, чё вы? Друг другу в гости будете прилетать. Нельзя разве? Все равно он в Лондон поедет учиться, а у него там уж связи есть. Салим, да. Главное, что это... Живой, блядь. А как теперь спать, если они по ночам могут вылазить? Не все же они там, наверное. Еще живые-то остались, там столько этих коконов было. Да, конечно. Интересно. Ну и что нам, Салима будет показывать только? Неужели это вот так вот все прям вот так закончится? Джойстик можно оставить. 1-4, вы видите наш? В доме. Слушай, но мне не нравится рана вот этого Ника. Увозите нас отсюда. Что-то с ним не так. Небольшая вероятность есть, что он, конечно, заражен. Но после стольких этих самых... того, что прошли... идентифицировать-то можно будет. Или в клетку его загнать, да и все. Вот сколько смог, тех я и вытащил. Все, вот, ну вот трое, все. Кто больше, ну я не знаю. Может быть, можно было бы и больше. Но судя по игре, я сомневаюсь. Посмотрим, что скажет еще главный этот хранитель там в своей библиотеке. Но мне почему-то кажется, что больше, вот трое, четыре человека. Плюс Салим. Четверо выжили. Мне кажется, Джоули, да, там был? Махавы, Махоуни, или как там его звали? Мне кажется, он... Все они по скрипту погибли. Возможно, Клариса была. Хотя нет, ее тоже затащили. Вряд ли бы она выжила. Так, ну давай. Приступить ли, устоять? От них зависело. На что ты намекаешь? Неплохо. Часть подопечных пришла к свету, но прочие пали жертвой тьмы. Это по скрипту было все, но что-то... Плата за выживание бывает высока. Ой, да ладно. Но иногда платить вынуждены другие. Жду нашей следующей встречи. Возможно, мне следует выбрать для нее более домашнюю историю. Так, это ты наш... место, где вы сможете прекрасно выспаться. Это что? Вот только будьте уверены, спать не придется. Покинуть его будет очень сложно. А что за место? Вы знаете, где выход. До встречи. До встречи. Нет, ну подождите-ка. Ты так сказал, типа, ну неплохо. Ни хера себе неплохо. Четверых спасти. Да, не всех. Что за... А, это все, да? Подожди, что это такое? Это кто? Ты опоздал и плохо выглядишь. Я с ночного рейса. Что насчет тебя? Как полет? Фильм говно, еда говно. Ногам тесно. Сидел в хвосте? У туалетов. Круто. Зато ближе к туалету. Ну, кофе был ничего. И кексы хороши. Отчет читал? Пока летел. Как дела у аналитиков? Разведгруппа понесла тяжелые потери, но могло быть хуже. Бля, вы серьезно? Некоторых пришлось от пола отскребать. Бедняги. Вы что, серьезно? Ничего подобного не видели. Что это за?
червяк. Волчек Джейсон, лейтенант разведки морской пехоты. Лучший из лучших, да? Ну, так они говорят. Черт! Сколько раз мне повторять одну и ту же историю? Я понимаю, но ЦКВС необходимо устранить все нестыковки. Какие? Здесь ничего не стыкуется! Например, почему вы вступили в союз с врагом? Ёпта. Тебя там не было! Твари рвали нас на куски, мне насрать, кто он! Нам нужна была помощь! Я вернулся туда, чтобы спасти Салима! Он стоил 5 таких, как ты! Сэмбер, сука, фай! Серьезно? А Рэйчел Кинг? Умерла. Тебе нужны кровавые детали? Мне нужны все детали. Маску сними. Давай так. Давай ты сам туда сходишь и посмотришь. Тогда обсудим. Если вернешься живым. Вот тоже. Так они объединились внизу с иракским солдатом? Из республиканской гвардии. Можешь себе представить? Чем он так Колчика впечатлил, что тот решил за ним вернуться? Бля, потому что нормальный тип. Не выйдет. Он сбежал. Что это значит? К прибытию группы эвакуации его и след простыл. Уже до границы мог добраться. Самый умный. Хитрый ублюдок. Да ты сам ублюдок. Теперь понятно, что Колчик в нем увидел. Аналитики все еще извлекают образцы с места. Хоть бы вас всех перекусали там, а? Динамит взорвали? Мы не знаем, где они его раздобыли. Нет, 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 нет. Все. Я вам говорю. Это был город. Полный город этих тварей. Там были коконы. Тысячи коконов. Сколько организмов оставалось живых? Да что, бля, читали там? Очень надеюсь, что они все сгорели. Надо было остаться посчитать их там. Иди спустись и посчитай. Это прямо второй Винтерфолд. Ага. Да. Что за Винтерфолд? Тут у нас полковник Эри Кинг. Наш штатный гений. Он явно не рассчитывал на такую находку. Все учебники по биологии можно выкидывать. Эти твари, они развиты, они сильнее нас, они умнее нас. Если не хотите упустить ситуацию, прислушайтесь ко мне. Никто не сомневается в серьезности ситуации, полковник. Да, ведь большая часть команды не выбралась. Ну, извините. Мне жить с этим. Его жена тоже там как бы умерла. Целус? Чё это? X1172. Это что? Это кто? Она была заражена. У ее товарищей не было выбора. А паразит? Извлечен. И чё, он живой еще? Смотрела ее досье? Да. Могла далеко пойти. Если бы не это все. Если бы не вот это вот все. Воскресенье еще в силе? Дженнет готовит жаркое, конечно, в силе. Пиздец, люди тут такое пережили, а они... Работе нельзя прибыть. А что хочется? О еде говорят. Хоть все локально. Вы там были там? Так. Ну, что ты об этом думаешь? Не важно, что я думаю. Сейчас главное контролировать поток информации. Для остального мира здесь ничего не произошло. Ну, понятное дело, конечно. Все понятно. Вот такая вот игра, друзья. На этом я пропущу. Да? Хотите знать, что значит быть убийцей? Вспомните свою самую глубокую мысль. Свое самое прекрасное творение. Я гарантирую, что это ничто по сравнению с мигом, когда жизнь покидает кого-то на ваших глазах. Со страхом в их взгляде. С попытками вырваться из ваших рук. С их просьбами и мольбами. Это настоящее искусство. Вот кем вы должны стать. Художником. Я оставил свой след в истории. А вы? Короче, это следующее будет. Season 1, finally. The devil in me. Дьявол внутри меня. Короче, вот так вот нам показали. Следующий сезон.
Ну, довольно интересно будет. И, я так думаю, будет пострашнее, чем «Дом из пепла» про вампиров, которые мы сегодня с тобой вместе прошли. Так. Ну что, друзья, на этом будем прощаться, наверное. Кому игра понравилась, прохождение, ставь лайк, подписывайся обязательно на мой канал. И я напоминаю, что в следующей или через серию, ну, скорее всего, я постараюсь в следующей серии записать видео уже с некоторым сюрпризом для тебя, для вас. Так что обязательно не пропусти этот момент. А с вами был я, Тимофей, вы на канале Соловей. Всем удачи и пока. Ну ты это... Ты заходи, если что.